такой шлак. В 2016-м Заклятие 2 вышло. Ну, а я в 15-м какую-то фигню смотрел. Проклятие. С японцами. Все... Ой, не псих, злой. Никак запутал. Короче, блять, посмотри фильм. Сейчас, подожди. Прочь называется. Бля, буду тебе понравиться. Если тебе понравился Ключ от всех дверей, это будет вообще прямо смокота. Я не смотрел Ключ от всех дверей. Прочь, стой. Прочь, это вот этот фильм, где чувак негр с другими неграми? Ну, он негр, да. Ну, где его типа заколдовали? Да. Ну, не говори. Ну да, типа с девчонкой. Ну приехал. это такой просто смешной фильм. Блять, заебись, мне понравилось. Человек на пол, чем мы сейчас стоим до сих пор? Подожди, тормозните, стойте. У нас два афли, говорите. И у них, по идее, нету демона, насколько знаю. Тупые. Блэкбит, иди делай демона. Холокоста, демон, нормально. Ну, значит, повесим КД, а потом спекнем их. Или кикнем. Блин, я копии не прожал. Бедолага. Я сейчас прожму на тебе саль, что будет. Давай, нужна кого кинуть чашка? Смотрите, копии прожал и первый. Кинем саль у тебя. А еще груз трава? Не знаю, должно забагаться, ты будешь. Спасибо, Олеж. Нет. Я не смотрел просто. Вот этот Поклонский бы, кстати, на БК давно бы сдох. Его бы кикнули с рейда на Элидане. Потому что там он 2 метра. Не, там бы кикнули не танка, а на пулер. Ну и на пулеров. Ваня, а тебя кикнули. Если бы ты умер, то тебя тоже кикнули, только есть глыба, копии, инвиз. Так я же нажал глыбу. Там копий нету. Не нажимай глыбу, тогда все было бы круто. Какие копии? Там нету копий. Короче, Поклонская со мной, у нас гол первую копию, WhatsApp вторую. Мне кажется, на БК на Иллидане ходили бы вдвоем псих с Жареном и все. Так мы там сейчас вдвоем играем. Стой, зачем ты агришь босса? Что, конченый что ли? Пошел в жопу, тварь. Ладно, прими пати. Давай агри босса, за что ты стоишь, агри босса? Васап двоих потанчишь. Классно, забагал мне хит, боты как-то хилить. Без понятия, хит как хочешь. Конченый танк, а? Так, я переместился на секунду на x5, и за каждый косяк кидается ГП вроде. Это чекал или... Чё? Чекал рейд или чё там? Чё он пульнул? Ну, он просто пульнул. Ладно, давайте удачки вам, ребят. Давай. Слева. Пока. Удачки. Не стойте под мордой. Полипал под мордой, не стой. А, это Олег. Ладно, Олег, стой под мордой. Поклонск, ориентируйся на Мишку и танчи, где Мишка. Только не под мордой, а другой копии. Так, чтобы до вас доставали хилы. Сап, прожмись, умоляю. Ой, я, кажется, не ту забрал, да? Фриел, дай гимн от хил. Алистал, крестни елку. Жрец ПД, дай рост. Танки, прожмитесь. Эти сакру паладина, у кого есть. Что это тактика? Да. Прирост когда 10 минут. Тресните герцогиню. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошло. То елка жив. Давайте пока 15 так, секунд. Кто зайдет за ворота, 100 ГП моментально. Холокоста. Так, он не урка. Он не урка, ладно, ему запрещено. Разрешено. Поставил рыбу, ешь рыбу.
Назгул и кто там еще? Чего ты там стоишь, Назгул? Алло, Назгул, пошел в жопу. Так, Войд, есть портовар? Нас убивали с расчетливой жестокостью. Войд. Но основной целью врага была клава. Так и даже повесили, сейчас он зайдет, что-то. Ну я его просто кикнул, он стоит в центре, он может запустить Халеона. Все, давайте, заходим, бежим. Тут замешано и... А, точно, это же третий. В самом начале... Дайте интеллект. Че, Смогон не с нами? Собирает там. Не знаю. Смогон бы рассказал вам сегодня историю про псих. Интеллект. Поэтому я его не взял. Захильте Войда. Потому что псих кидает на тапки сегильдейцы. Шутник, ладно, пуляйте. Так Смогон можно бы доказать. Могу. Да не нужно пока. Как это он кидает? Потом мы скажем. Ну, Самогона надо тапки на танк, он боится, что его кинут. У меня фуловый ДК. Он же вчера ходил. Так, ты вторые паролишь, тебе нужно. Чё, Назгул, ты тут, не? Да. Полюсуй чат. Сейчас я зайду в арпад. Хорошо. Так. Рестлинг, ты знаешь тактику? Да. Хорош. Но я все равно напомню тебе, короче, когда переведем босса на вторую фазу, ты остаешься в свету добивать больших големов. Понял. Так, сейчас, подождите. Слышь, злой. Ммм. Спустись пониже. А у нас кота нет. Псих. Ты забыл кота взять. Все, ну сейчас, короче, жопа будет. Ну как вариант одного фурика, тогда можно встретить. О, кстати, это идея ретрика отправить. Некисто в свет. Так, все, я тут, короче, стил, жрец ПД хилите свет, тюменская листалк елка, тьму хилите. Тьму диспелит елка, первую фазу диспелит елка, третью фазу диспелит. Так, кто хочет ГП пофармить? Например, Кокосина, да? Кокосина, диспелишь свет. На третьей фазе. Ты забыл кота взять, кидай себе ГП. У меня есть кот. В рейде? Да. Где? WhatsApp. Я медведь вообще-то. Ну ты кот. Ты кот, а медведь. Ты можешь танчить в этом. Слушай, давай ретрика в свету в свет отправим. Чем? Та ретрика зачем? Потому что Империя Ген, бить трэш, а вот кого я закину? Все равно бедлан есть, так что. Кого я закину во тьму? А. Никого. Сработал светлость, да? Так тогда в свету будет больше дамага. Одного мага можно закинуть. Санстрайка, да, например? Больше дамага. Блин, у нас катает. У нас мелкий будет медленно заливаться. Я буду мелких заливать, я их всегда заливаю. Назгул, ты зайдешь? Да, хорошо, смел. Смотри, лучше, наверное, ретрика какого-то. Ставьте, пожалуйста, почту, если есть у кого-то. Да не надо. Почта есть у кого-то? Так это будет баланс.
баланс для трэша. Нет, это будет шляпа полная. Спасибо. Так, смотри, рестлинг. Первая фаза, просто бьешь босса, големов не трогаешь. Переводим босса, остаешься, добиваешь больших големов вместе с четвертой пати. Вот. Потом по команде заходим во тьму, становишься в звезду, либо если ты умный, то сам ищешь, куда типа лезвие направляется и не умираешь. Потом по команде выходишь в свет, дают рост, и дальше дамажишь босса, когда говорят стопать, стопаешь, бить големов, бьешь големов и тому подобное, короче. Да, смотри, ты бьешь большого голема, а не много мелких. Можно бить много мелких и большого голема одновременно, как это делаю я. Так, на сгул применённой пати. СС Блэкбит наш настила. На третьей фазе. И на сгул ты типа в танки идешь. Кого танки? А что ты умеешь танчить? Тьму. Значит, ты танчишь тьму. Поклонская, ты умеешь свет танчить? Да. Точно умеешь? Прожиматься умеешь? Да, он танчил уже много раз. А, ну да, отлично. Так, только надо вроде не этим ДК. Ну, захилит стил, и жрец ПД захилит его, я надеюсь. Либо... Любая смерть это давать для начала 200 гп, потом 300 гп. Поменял и лут. Если я срываю игру на третьей фазе, рог и хант, вы получаете гп. А кому чашка нужна, кто на мейн ее ролит? О, хиловская, в смысле. Блин, я что-то не то сказал. Хилл, так, чашка. Посмотрим. Васап, ты что ролишь? Напишите в РК, кто на кого ролит. Не надо ничего. Козырь, ты что ролишь? А, Нейкис, ты что ролишь? Он на хипала ролит все вещи, которые тебе нужны. Спасибо, Нейкис. Тебе плащ нужен? И плащ ему надо, и наручи, так что... Наручи мне не нужны. А хилочешка тебе нужна, Нейкист? Ну вот упадет хилочешка, я ее кину на ролл. Тебе придется ее забрать. Мне она очень нужна, рулю. Я за них рожа, хер не смотрю. Не-не-не, сейчас будет другая тактика, смотрите, у него ГП... Ой, у него много ЕП и мало ГП. Он сейчас будет умирать, я буду кидать ему 200 ГП. Отлично. У него слишком большой ПР. Даже если ты накинешь 400, даже 600 гп, ты не догонишь его ППР. Блин, я надеюсь, что получится у меня. Надо накинуть 1200, говорите сразу. Все, 6 трайв делаем. Дайте, короче, все истерии на Нейкиста. Давайте чек на пол, короче. Холокоста, Юр. Холокоста. А, он не в РК. И не забывайте обновлять МК, короче, во тьме. Так, зайдите за линию, пожалуйста. Давай, начинай, Назгаул. Назгаул, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Блэкбит. Бегите. Пассап, метка. Листал. Он себе здесь пойдешь.
где я не вижу, бежим все равно. Далеко падает, но бежим. Макс, кстати, рестлинг тоже сам себя здесь подметки. Такую стеночки. Уже в рейд аккуратно. Давай, БДК, заходи сразу. Хилы, заходите. Все, заходите все, кроме четвертой пати. Четвертой пати добиваем. Беги, малышка! Ой, метка. Все, стоим, резаем моно пока что. Машина. Чего? Холокост и метка. Заходим во тьму. Давайте в звезду. Так, надо процентаж рубить. Уже имка надо кинуть. Как много сила. Злой выноси. А с Варой еще ни разу за инст на крик не кричали, на хп не кричали. Молодцы, Вары. Мне кажется, ты хп, да? Да. Три, не кричат. О, крикнули. Кунстрайк. Видел, как он долго думал, куда выносить? Ару. ГП же. Стоим пока что, бьем босса пока. Ждем метку, потом выходим. Руки, выноси метку, только не в портал. Меня убило. Молодец, заходим. В портал. Кто? Васа, пресса его. Все, падаем. Почему тебя дыхание убило? Блядь, потому что он не ставил босса на себя. Я стоял, ты пошел на меня. Даунт от босса. Босс. А печать ты зачем кидаешь? Чтобы баф был. Ну так кинешь, когда уже шаман выйдет. Получается, виноват и холипал для БДК. Некис тоже, я думаю, где-то виноват, надо ему 1200 кг. Да, кстати, вот, мне кажется, Некис тоже виноват. Не, Рел не сказал, сколько процентов. Блин, походу Рел виноват. Смотрите, пацаны, я вчера, короче, это заметил, и сегодня я вот удар героя не нажимаю макросом, а вы, походу, нажимаете. У вас все время на 20 меньше, это пиздец. Не, это ебучий баг. Он нашел меня, босс, но босс меня не убил. А потом он вдохнул, и меня убило. Так ты не юзай сразу правосудие. Без БДК стаунтит. У нас шаман в свету, да? Да, конечно, шаман в свету. А во тьме кто холипал какой? Во тьме тюменская или сталка елка? Ешь ты рыбу. Рейд вроде хороший. Если я буду молчать, будет ЕП? Если мы хотим сегодня только одну РС, то можно поиграть в это. Ну, конечно, одну, время уже много. Давайте, сейчас я ничего командовать не буду. Так что сами следите за своими метками. Если получается убить без РЛа, мы все дружно получаем... Сколько? 2 КЕП. Целых 2 КЕП. В чат, конечно, писать можно? Да, можно в чат писать. Да не надо. На всякий случай будете буду писать чат. Ты чё, может, ты будешь все-таки говорить, это гон? Они сдохнут. Да, ну, не, я верю, что мы убьем сейчас. Без Рейла, давайте. Короче, чек давай, на пол. Давай, давай сейчас убьем с этого трая и соберем еще одну рез. Тогда я буду говорить. Да, ну ладно, хер с вами. Запорядок. Уроды, руки, вы готовы? Сейчас КД, 5 секунд, готов. Ну зайди за линию. Зашел. Подожди, когда на курсу, Димон? Что делать? Сколько?
Минута. Это слишком много. Назгол начинай. Хорош. Лучшее начало. Васап, поставишь босса? Окей, выноси метку. Все, отлично. Более-менее. Рестарт, перебегаем. Хотя такое себе. Ну ладно. До стеночки, до стеночки, ну подальше убегайте. Хилы обязательно. Злой. В танк, крути на нас. Алло, танк. Ходим левее. Сакру, нет, у Сакры. Фриел гимн отхил. Падайте, умирайте. На Иридане, если бы танк так поступил, ну ты понял. Да. И это движение на нас стоит 5 секунд, потом побежал на нас и обратно вернулся в метеор. Это был пиздец, это просто пиздец. Блять. Надо было видеть, отвечаю. Я видел, но это жесть. Танк умер? Танк нет. Вопросы какие? Я к тьму зайду нормально, Хлеона поставлю. Какая вам хер разница, куда я пошел? Большая, это напряг хилов, потому что ты ловишь метеор с собой, ты ловишь 30 тонн дамага. Еще вопрос? Еще вопрос, я прожал, скажем, антимагический панцирь, и мне похер этот метеор. Антимагический панцирь нельзя прожимать, потому что ты агришь на себя мелких. Еще вопрос. Иди еще раз, мама. Это не, блять, Google, нахуй, окей. Я понял, ты дно, спасибо. Ничего не можешь сказать. Назгул, ты можешь стоять, во-первых, нормально босса при пуле? Притяжка и ЛПшка. Ты добегаешь до босса, жмешь ЛП. Босс становится ровно в центре. Можешь быстрее реагировать, когда падает в тебя метеор. Чтобы я это, чтобы я тебе не говорил, ты сам это делал уже. Спасибо, надеюсь, ты понял меня. В следующий раз будет ГП за такое. Держишься рыбу. Если прожать этот антимагический панцирь до метеора, он не агрит. Хорошо. Не прожимал его до метеора. Не, я просто говорю. Я всегда так делаю, там, кровь вампира, все дела. Человек, на пол заходите за линию. Руки, Холокоста. Там один челик у него. Когда на бурст, ты 2 минуты. Беда. Придется без бурстов бить. Как Хастовар убить без берсерка? Как? А ты прибился? Да, ты же чашку забрал. Нормально. Сол, хорош. Хотя он не фулл Хаст. Ну да, мне еще наручи надо. Так, все. Ладно. Не тяни время, давай, на сголу начинай. Стойте на месте. Карул, метка. Боже мой, где диспел? О, диспел на другую кнопку. Простите, пожалуйста. Спасибо, кто диспелил. Трэш, напуливайте на мишку, стил выноси. Боже мой, танк умирает. Арм рестлинг, бей босса. Не надо бить трэш, бей босса.
васабу на семетку, встать звезду. Прибегаем. Что-то мага босса. Уже в рейд. Все, давай, на скалу заходит. Заходи на скалу. С хилы заходите, рейд заходите. Четвертая пати, остаемся добивать. Хорош фасап. С бахила напрягать. Какая разница, частица на МТ же. А я набью не больше, чем ДД. Можешь маны залить, кстати, кому-нибудь потом. Например, жизнь ПД, когда он выйдет. Стойте, стойте, не заходите. Стойте на месте. Да, все, заходите. Заходим. Че холокоста? Диспельте все. Елка, диспель метки. Фридомы, где фридомы, палдины? Алло. Нейкист! Не будет фридома, ГП. МК. Холокоста опять. Ну диспельте, алло. Злой. Позор, у тебя есть редфреймы? Диспел. Козырь, подиспелишь третью фазу? Стойте пока что, не заходите в портал. Ждем метку. Констрайк наноси, только не в портал. Все, выходим. Свет. Встаем в звезду. Даем тотемы. Хорош. Давайте. Хорош. Что произошло у вас? Танк упал в ПП. Я вчера показал наглядно, как можно за друида похилить вместо шамана фул танка. Как можно за холипала ронять танка, я уже не имею понятия. Правосудие светом хилит больше, чем частица по танку, хорош. Таких бы холипалов Дана или Дана, да? Да. Давай холипалов поменяем, я очень. Что-то елка очень мало хилит. Так ты думаешь, он захилит свет? Конечно. Так, посмотрим, чем он хилит. Правосудие света, частица света, символ света небес, шок небес, шок небес. Правосудие света хилит больше, чем. Что такое частица света? Это дух, который выходит на танк, а ты хилишь другую цель, а ХПС прилетает танк. Спасибо, вот, Назгул. Ладно, я ж с рыбу, надеюсь, сейчас нам повезет, и танки не умирать, не будут умирать. Есть танки. Тут... Вот чекните ХПС у тебя. Танки, вы вообще хили? Открой еще прожимайте хоть... пожалуйста. То, да. Он просто отхил маленькую. Можно крылья, подальше? Блядь. Подальше, больше да, антихила, ну, говорите. С поглощением еще. Ну, я имею в виду больше от хилы, они там 6 человек. Я ударил. Молодец. Так, посмотрим. Ресталк первый. Назгул отхилился на 103к. Когда я иду за БДК, я обычно нахиливаюсь на 300 или 400к. Не, не помню. Ну да ладно. Это уже другая история, чек на пул. Ну, у меня написано в скаге 198. И это не помню. Это с поглощением. Поглощение не учитывает то, что твой панцирь поглощает. Это такой, думаешь, чисто ударами смерти где-то 250 тонн набивать. Так, все готовы? Коровку зайдешь во тьму. Не остаешься добивать големов, мы сами добьем.
Да поможет нам великая сила. Начинай, let's go. Тебе звезду. Милики, звездочку. Приел он, носи. Сам себя. Бежим. С танка все смещаемся. Смещаемся в звезду. Стоим в звезде. Отлично. Можно не умирать. Жрец ПД метка. Стил, уходи подальше от мобов, чтобы они тебя не били. Стил метка. Бежим. Так, вы будете заходить во тьму из тех же позиций, как вы заходили раньше. Вы поняли? Лужа в рейд, караул. Поклонский уноси, диспельте Поклонского. Так, БДК, не заходи во тьму, стойте все. Никто во тьму не заходит, ждите, пока лужа пропадет. Поклонский, можете на эту сторону. Большой трэш побить. Все, давай, Поклонский, стойте, стойте, Поклонский заходит, скажу куда. Все, заходи. Все, рейд. Молодец, листал. Поклонский, блин, ты зайдешь во тьму, нет? Так заходи, Назгул, что с тобой? Какой Поклонский, блядь? Ну не Поклонский, какая разница, Назгул? Ты нихуя себе! Конченые, блин, ладно. Не, падай, не васап, не рез, не рез. Блин, это жесть. Назгаул, блин, у вас ники одинаковые почти. Додумался, что нельзя. Назгаул, блядь, прям все похожие буквы. Блин, неужели так трудно додуматься? Капец, это... Жесть. Блядь, ты как... Реально сложно, что ли, додуматься? Блядь, ты на бочке, нахуй. Думаешь, что, ну сейчас что-нибудь прослушаю, опять будет этот, кто-нибудь еще рот откроет, пиздеть начнет, блядь. Поклонский, думаю, ну хуй с ним, в сумку. То есть мы по ходу рейда поменяли сразу тактику, поменяли танков, ты решил убить больших на... Че вы на пацана наехали, блядь? Ну, блин, ну какая разница, ну, додуматься нельзя? Сука, додумайся, блядь, сам. А если я скажу ДК, заходи во тьму? Ну не гунди, ебана в рот. Если я скажу ДК, заходи во тьму, зайдет, например, руки и затанчит босса, да? Ты гундишь больше, чем я, блядь. Ну а ты ноешь больше, чем я, да, он. Я вообще не. Так, на тему, тварь. Ной, ной. Идем на лича. О, я войд, я умею ныть. Мы уже сидим тут больше 5 часов. Войд, ну, смотри, опять ноет, видишь, чат? Давайте фулбаф. Кулак можно по вару? Видите, вот будет опять ноет. Хорош лун. Сгол, если я тебя называю Поклонским, значит ты заходишь во тьму, ты понял? Не, если ты меня называешь Поклонским, я скажу... Как тебя зовут в жизни? Паша. Буду тебя Павлом называть. Павел? А как Павлом тебя зовут? Не знаю, я буду тебя Пашей называть. Павлик. Павелец. Как тебя еще назвать? Да. Пашок. Запашок. Козырь, заходи за линию. Все, все готовы. Назгаул. Ой, Павел. Начинайте, пожалуйста. Уважаемый Павел. Благодарю. Приел, метка. Бежим. Санстрайк, метка. Сбимом вас холипала не забирать.
Олег, подведи моба. Васап метка. Сам скинул. Хорош, кто здесь спелил. Да это не я. Да я видел. Убегаем обратно, где мы были второй раз. Убегаем, убегаем. Живем, обходите лужу, вставайте в звезду. Все в звезду встаньте. Большой в рейде. Только не вина по-польски. Далеко не учился. По-польски забирай, попробуй забрать. Притяни. Стойте, во тьму никто не заходит. Добиваем трэш. Это консульт, да, да, я то сейчас трэш. Лисалк. Лисалк Ресы армс, Армслера. Вставай, дайте бафы, помогу. Все, Павел, заходите, пожалуйста, во тьму. Все, рейд заходит. В коровку тоже заходи. Четвертой пати добиваем. Нет. Руки метку уноси. Метка Фридема, давайте только. Что, можно заходить? Да, заходи. Давайте, заходим. Заходим быстрее, доты добьют. Бьем звезду. МК раздали. Все, уже не заходите. Те, кто остался, не заходите. Блэкбит выноси. Фридом. Зачем ты сейчас зеленку прожал? Вот все видят, зачем ДК прожал сейчас зеленку. Хорош. Что потом в удыхание убило. Диспельте метку. О, это шок-контент какой-то. Так. Фриел метка. 51%. 50%, готовьтесь. Так, можно выйти, да, наверное? Давайте выходим на свет. Быстрее. Идем в звезду все. Давайте рост. Будет метка. Сап. Там себя. Бежим. Герцогиня метка. Так, все РДД сейчас большого голема. Миликий маленький. Приел метка. Большой, алло, танк. Падает. Что-то по-хомски сегодня не в форме. Падает точно. Да, убирайте, убирайте. Кто диспелил с высадочки? Да, вот надо посмотреть. Отлично. Фу, даже искать не пришлось. Сейчас бы... Прикиньте, мы такие бьем 22 минуты и видано, и тут доходит Лунский, например, один, да, хрен до рейда, и все эти 22 минуты до жоп. Не, Павел, вы можете ответить на один очень важный вопрос для меня? Забивайся, голова. Зачем вы юзаете зеленку перед ДХ... Ой, точнее, просто так. Ты слышал сейчас? Нет, я его кнопку правда махнулся. А, промахнулся по кнопке. Ну, на Лидане за такое бы тебя с гильдии кикнули. Ну, пофиг, а мы вообще на Лидане, ребят. Вай, дай мне 100 голды, ребят. Вот поэтому мы не ходим в ДТ. Ёлка, зайди в Винс. Давайте фулл. Дай мне 100 голд на починку, пожалуйста, герцогиня. Не забирайте маму. Маунта!
Ойка, 300 голд ты просишь? Жесть. 100 голд на починку, какие 300 голд? Ну дай трейд, я дам. Мне уже дали. Давайте быстрее бафы. Пристабав, елку сам по себе дай. Заходите за линию, когда готов. Боже, это самый конченый рез на свете. Слышишь, Поклонский, ты как там сочувствуешь? Ты чего упали, Святош? Потому что Поклонский бомбы не забрал. Ну ты сможешь, Поклонский, забрать большого моба на себя и хотя бы три раза ЛП на него кинуть? Трутень? Не дали... ну, ты, сам ты трутень. Не дали штрудель, штрудель, свечу и нить. И еще одну свечу. Хорош. Так, все готовы. Вы можете собраться? Не готовы, подожди. Жду. Зачем войско вы дали руки, не понимаю. Лопой клевер. Почему после Эльдуара вы такие рассеянные? У меня сумки заполнились в силе. Все, все готовы, начинай, Павел. Уважаемый Павел, начните бить. Благодарю. Нейкист. Ну давай, Нейкист. Блин, почему он не ракалит? Перебегаем. Лучше в рейд, уходите. Все, отлично, вар зашел в лужу. Коробкус. Сам себя. Ну, Поклонский, нажми АМС, пробеги через лужу. Почему ты частицу на него не вешаешь? Лоу. Рохус опять. Бежим. Сейчас вроде все нормально по дамагу. Не должно быть проколов. Лужа в рейд, уходите, мы велики. Фух. Рохус метка. Боже мой, коробку вообще сегодня на высоте. Так, стой, не заходи во тьму. РДД, бейте пока большого голема. Сейчас пропадут лужи, тогда зайдете, пока что ждите. Давай, с ДК, ДК заходи, Павел, заходите, весь рейд заходите. Косты метка. Че? Метку спокойно просто никто не дисплей. Ёлка, дисплей метки. Стойте на месте. Листалк метка. Все, давайте юзаемся портал. Маны же СПД заливайте, сова. Я ему только что залил. Ну, отлично. Тюменская метка. Холипал метка. Холкост. Пел. 54% свет. Лезвие будем выходить. Нейкист метка от портала. Боже мой, где портал? Вижу. Все, давайте, выходим, свет. Все, давайте, рост. Тюменская, выноси метку. Жрец, подай метку. Поклонский, прожми что-нибудь. Нас голым, Поклонский.
В танка, смещайся к нам, смещаемся. На фриел гим над хил. Киметка во тьме. Ватсап метка. А руки, а почему ты во тьме, бля, выйди в свет? Да, руки, ты в свет должен выходить. Руки, выходи в свет. Да-да-да. Тут лезвие. С лезвия выходи. Дали. И прожми зеленку. О, все, отлично. Герцогиня, метка. Да-да-да. Берем его мира. Что ты делаешь, носок? Да. Ну, поднимите его. Перебегаем, перебегаем. Ну, тьма, стопните. Два черепа. Пулпер, метка. Санстрайк тоже наноси. РДД бейте большого голева. Милики маленького. Отведи трэш, растет. Баса поднимешь потом рогу? Угу. Менская метка. И васап метка. Кость, диспельте меня. А, диспельте. Тьма, стопните. Перебегаем на ту сторону. Полипал, упал. Да. Ну пробуйте. Давайте, елка или сталк, захиливайте танка. Елка на рейде или сталк на танке. Стился на себя. Коровку с... Коровку срезать на тюменскую. Все, нет, не резай, не резай, не резай. Падайте. Так. Давай. Зиму убиваем. Если ты хочешь, чтобы мы убили, на сгола иди на лока. Васап, заходи на БДК. Санстрайк на диплома. Через ПД отправляйся во тьму. Так мы умираем, да, потому что Полипал умирает. Так он будет цвету хилить. Тюменск. Санстрайк, давай ты просто тьму похилишь, а за Тюменск за свет попробует похилить. Да нет, тут через ПД не хилит рейд. Ну, нет, вот, у нас равно нет танков. Жри СПД, почему ты не хилишь? Не знаю, может я не хилю, но это надо тут и рву жопу, короче. Фу. Или танки так проседают, я не знаю. Чё там, ПБП? И Санстрайк так... там скинули КД всем. А чё по КП? Никто же не умирал. Носок только заслужил. Потому что он выбежал в другую лужу. Ну Холипал забежал в лезвие. От лезвия сдох? Да. Значит, он тоже заслужил. Ешь рыбу. Носок, там можно было слева от луж из тьмы вынести, а ты забежал чисто на пересечение двух луж из тьмы и хотел там диспыль, я не знаю что. У него был план, он планировщик. Продолжу на луже вносить. Че? Ты Бэтмена посмотрел? Говорит, да? Это Джокер, ты говорит. Да, да, это Джокер говорил. А, заходите за линию. Почту может кто поставить или нет? Жизнь, так может... Кинь хотя бы пару штук цепух там по рейду. На третьей фазе, когда проседают маги там всякие. Чтоб я их не хилил. Роги там вот эти. О. Я за это говорил еще. Я бы, конечно, мог сделать, знаешь как? Давай, типа листалка отправит свет давай, хилить, давай, а жрец ПД во тьму. Ай, бля, это сейчас мы убьем только на удачу. Херня полная будет. Ладно, на удачу. Чек на пул. Там есть. Жрец ПД, хиль. Ну, кастуешь цепуху в рейд, потом да, два больших в танка. И так по КД. Ну, если видишь, что танк проседает, кастани мгновенку в него. Сколько цепухи должно быть у шамана на третьей фазе? ХЗ, я за шамана давно не играл. 143 плюс.
Все, давай, на сголу начинай. Да, так, чисто. Да, короче, цепуха нахилила 19к звезду. Это как-то не может. Это жесть. Мне кажется. Я в тьме, наверное, не видел. Вот чем он сейчас хилит? Внутри. Ну, сейчас не надо, он его хилит. Злая метка. Так сейчас не надо цепуха хилит. Перебегайте. Бегите на ту сторону. Лужа в рейд, уходите. Все, лужа не в рейд, отлично. Слышно меня? Да, слышно. Соберу звук. Чё? Сделай сейчас звук, соберу звук. Ну окей, жрец ПД метка. Сам себя диспель. Пропуск. На МТ хотя бы. Куда ты частицу висит? Частицу надо на УТ кидать, прибежали. О, моя частица на УТ висит. Так они стакаются. Там хватит. Лужа в рейд, отбегайте. Масап, метка. Так, стой, не заходи. Диспельсия. Я ж не могу. Стойте все, ждите, пока лужа пропадет. Так, все, БДК заходит. Рейд заходит. Тюменская метка. Пулпер умер. Басап, лестничь пулпера? Да. Будет метка. Ну такой нелегальный, да. Так, все, заткнитесь, давай резай его. Все, заходим во тьму. Хильте пулпера, дайте бафы во тьме, пристабав. Все, отлично. Пузырь, метка. От лезвий. Да. Козы. Один после лезвия будет выходить, метку ждем и выходим. Стоим, ждем носок, метка, только не в портал. Все, выходим, свет, идем звезду. Вышел, все, давайте рост. Фокус, метка, супер метка. Перебежали. Это РДД большого голема, великий маленького. Метки вносите. Да, господи Иисусе. Не успел. Блин. Да, естественно, умираете. Вот я вот бил пока что босса, смотрел за танком, что он делает, как он прожимается. Знаю, может я, короче, не хил, наверное. Я не успел просто. Он просто ни одной АМСки не отдал. Он ее оставляет на треш, так там она откдешится. Юзай, что-то, юзай. Панцирь этот зеленый у ДК. Assassin's Creed. Сколько его не было хила по танку? Сейчас посмотрим. Я вот тоже шаманом в суету хилил в прошлый раз, что-то я вообще не понял, как хилить, трудно там. Во тьме все просто. Блин. Не знаю, все изи хилится. Так, к
Кого я хочу смерть посмотреть? С Гаулу точно. Я сдох последний, куда ты собрался смотреть? Значит, не с Гаула, а кто там еще танк? Свету, который умер, то я так понимаю. Клоунский. Клоунский. Мне все нормально было. Блин, его даже нет в смертях. Нормально. Ваня, это не флешка, это хота от флешки. Он, короче, кидает щиток и настакивает хоту от флешки. Так что ее настакивать, она моментально вешается. Ну, она, в принципе, особо-то и не нужна. Ну, не знаю, там ни частицы нету, ни хера нету. Ну, можете повесить? ШП, 2 ШПД, пробуждение. Блядь, ни хера его, короче, не хилят, не знаю, что он дохнет. Повесьте на первой фазе частицу на ОТ и хильте МТ. На третьей фазе повесьте частицу на МТ и хильте рейд. Шаман, тебе нужно хилить только танка. Если кидается метка, ты просто кинул быстрину в метку, все, дальше хиль танка. Если этот друида сильно бьет трэш, кидаешь цепуху в этого друида, кидаешь одну большую в танка, потом от эту вторую большую кидаешь в друида, и все. Все, что от тебя требуется. Должен каждые полторы секунды хилить танков. Если ты хотя бы раз... Если ты хотя бы раз, короче, не похилишь, все, это вайп отряд. Не, это сложно, еще отбегать от трэша надо. Это не трудно. Мы же с тобой за друида вчера выхилили как-то. О, не с тобой, конечно, но там был Анти, он получше тебя. Ладно, чек на пул. Прижимай панцирь. Босс появился, он кастует дыхание, юзай панцирь. Потом на большом трэше, когда на тебе будет босс и большой голем, он дышит, юзай панцирь. Все, все. Панцирь не спасает, если не хилят. Блин, ну нам должны хилить. Ну там не хилят его просто. Мне лень заходить с друиды и показывать, их надо хилить. Ты же вчера заходил, разве нет? У тебя когда? КД скинулось. Все готовы, давай. Павел, начинайте, пожалуйста. Давайте в звезду. Меточка, секунда. Войд. Диспел Войда. Перебежали. Лужа в танка, на сгол, не стой в луже. Ёлка, метка. Носок. Перебежаем, перебегаем. Лужа в рейд через хвост, аккуратно. Хильте вас, саба. Стой, не заходи во тьму. Пол рейда откосило. Подождите. Все, давай, ДК, заходи. Хилы заходите, рейд заходите. Бейте все ромбик. Стоим, жмем прилив сил. Фасап ман залез силу. Все, заходим во тьму. Коровку с маной залез, ПД залей.
метка. Тотем ты ставил, жрец ПД? Нет. Ставь тотем, фриел, гимна, ману. Ёлка, метка. 53% есть ещё. После лезвия будем выходить. Вот почему у нас так много дамага? Потому что пупер в рейде, всё верно. Так, меточку от портала, руки, выноси метку. Все остальные выходим уже. Даем звездочку. Сейчас он выйдет. Все, давайте рост. Блэкбит. Сесс повесь на стила. И перебегаем. Патер, ДД большого голема. Все, лужа просто идеальная. А Юр метка. Ну и МС под дыхание. РДД помогли маленьких забить. Босса никто не бьет пока. Все, бьем босса. Руки, метка. Спел, спел. Прибежали. Маны жрец ПД залейте, потом ККД. Все, стопаем Халеона, не бейте Халеона. Жрец ПД метка, ПДК прожмись. Ёлка, во тьме метка. Танк упал во тьме. Вот падаем. Почему он упал? Да потому что танки конченые не дефаются, вот и все. Посмотри детали смерти. Я успел в него эту дать мгновенку. Я только обрадовался, что все хорошо. Смотри, я даже начал хилить. Я вот, ну вот сижу такой, бью босса, думаю, ну мысли типа, о, наконец-то сейчас убьем. Наконец-то упадет плащик, заберет его Нейкист. Все хорошо. Может, ты специально собрал такой рейд, чтобы на завтра потом пересобрать его без... Да не, сейчас если мы умираем опять от танков, меняю танков и все. Запарили меня танки, не знаю, почему вы не прижимаетесь. Почему другие БДК не умирают, вы умираете? Где вы смотрите, от чего человек умер? Покажите. Да, если бы вы мне дали ДК 6 КГС, я бы оттанчил этим ДК и при этом не сдох бы. Покажите детали смерти, по мозгу. Там смотри.